Всем привет, друзья! Всем привет! Здравствуйте! Мы пришли в зал с Даньком, и сегодня он будет показывать, как он жмет. Я очень мало жму, но он очень много жмет. Скажу сразу, я не жму на многоповторку. Но ты, кстати, давно, да, не ходил в зал, короче? И я не ходил в зал уже 2 года. Посмотрите, сколько он жмет. И еще поделаем подтягивания. Данек, кстати, хочешь попробовать подтягивания? Вот эти с задержкой сделать, это писец как сложно. Мама мне сказала, если я пойду в армию, я буду очень серьезным. На что я хочу ответить вот. Полетели! Ну что, друзья, начинаем мы, естественно, с подтягиваний. 24 килограмма, покажи, чтоб поверили. 24 килограмма. И сейчас будем делать по схеме, как делают на стритлифтинге, на соревнованиях. Задержка 2 секунды, то есть ты считать будешь. Раз, два, и я вниз спускаюсь. Поехали? Да. Раз, два, три. When you're feeling down on your luck, you're tired and stuck, enough is enough, you gotta pick yourself up, cause life gets hard, it might leave scars, could tear you apart, if you let it be smart, yeah, you wanna be just like the stars, take me to Mars, high up and far, cause that's a start, all I know is that I love making art, straight to my heart, keep up my guard, and always work hard, yeah, it's hard to have faith, when you had a taste, of this awful place, and if that's the case, you're sitting there sick and tired of the rat race, the fast pace, has you thinking it's a bad place, you just wanna blast off, into outer space, I get it, trust me, I've been there, just wait, it gets better if you take control of your fate, so stop waiting and get going your own way. All these broken dreams and these hopeless teens, how it's supposed. Короче, я сделал 11 повторений, в принципе, как и на соревнованиях сделал, но последний не особо чистый был, не знаю, засчитали бы они или нет. Нетушки, нет. Скорее всего, 10, идеально чистых было 10, 11 не считаем. Вот это правильно. Can't keep me down, lost my thoughts, feel like I could drown. Oh no, can't have it now, buried so deep, I'm below the ground. I go, where I hear the sound, all on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds, cause I don't understand what happens now. Oh no, I'd rest in peace, leave behind a lesser me. Working hard to better me, looking back I'll never be. Let's go, recklessly, fighting to forget it's me. I feel inside it's festering, but I just want a better me. And you're the one that let me down. У Данька тоже получилось 10 чистых, поэтому, в принципе, у нас счет 1-1. Сейчас посмотрим, сколько в жиме сделаем. Штанги 80 килограмм, вот. Еще на два уже раза? Перекосил. На два раза пошло? Да. Ребят, короче, пишите в комментариях, кто сколько пожмет. Вот прямо сейчас возьмите, перейдите в комментарии, напишите, сколько я в конце пожму и сколько Данек пожмет. Так, на штанге 90 килограмм. Артур, все по технике, как я тебе говорил. Делаешь мостик больше? Ну, мне 15 лет, для меня это вес. Посмотрим, как я сделаю. Но ты не полностью, типа, положил. Пофиг сойдет. Тебе тоже разрешает это. Будем надеяться, что его прижмет. Отойди. Иди домой. Как-нибудь сам разберется. Да-да-да. Сам разберется как-нибудь. В этом подход. Мне-то никто не делал, неравные правила. Да ты не до конца сделал. Красавчик. Нифига себе, нифига себе. Конечно, он без вывода бы смог. Мне, да. Ну, долбит просто как царь. Вот он и сила турникета. Не надо пока. Я и собрался. Офигеть. Пойдем он турникак заебись. Еще могу. Короче, я верю теперь, что Вайтанка без химии жал. Короче, ребят, 95 килограмм – это мой предел был вообще всегда. И мне кажется, сейчас это тоже предел. Ты говорил, 90 у тебя. А? Ты говорил, у тебя 90. Да не, вроде 95 я один раз пожал, но это все по технике и так. Вот этот раз опускай полностью, ложи на грудь и поднимай. Давай я, может быть, не полностью опущу, но мне главное пожать. Не, полностью, блин, я же полностью жал. Давайте, может, я выведу.
Все, поднять, он тебя сейчас поднимет. Я тебе вот сюда вот выйду, прям посреди, да? Давай. Держу. Давай. До конца. Нет. А давай, чуть-чуть попробуй, попробуй. Не-не-не, не надо портить технику. Не, все, поднимай на черт. Не, жим это вообще не мое. Че, может сотку поставим? Давай сотку. Данек готовится жать соточку. Нам нужно, чтобы он ее пожал, потому что название тогда будет хайповое. Давай! Хорош! На два сделаешь изи. На три пойдет. Давай. Хорош! Нифига себе! Убийца, давай, убийца титанов нахер. Давай. Сам жми. О, три. Сотку. Ребят, смотрите. 5 килограмм. 5 килограмм, а то не поверят еще. 5 килограмм. 10 килограмм. И 20 килограмм. То есть сотка получается. 20, 30, 40. Там 40 и гриф 20. Данек, давай пятюлю. Блин. Просто унижаешь. 105 килограмм, ребят. 105. Давай! Нет, ой, да изи, давай второй. Да блин, второй бы сделал. Нет, чувствую, не сделал. Нет. 105 килограмм просто ушатал. Красавчик! А красавчик! Ты скажи, капитальный красавчик! Капитальный красавчик! Давай. Да, красавчик? Красавчик. Красавчик. Он неплох. You can do it. Короче, ребят, у нас тут такая тема. У меня вообще в целях на 18 год написано было пожать сотку. И вот я решил под конец года пожать сотку. И мы это будем делать с пацанами. Представьте, как вас зовут. Меня зовут Костя. Меня зовут Даня. Какой жим у вас сейчас? 100 килограмм. 110. А у меня 90. Мне нужно будет пожать сотку. Для 70 килограмм, я считаю, эктоморфу это вообще хорошо сотку жать. Вам нужно будет тоже по десятке. Да, то есть мне 120. Мне 110. До конца декабря мы должны сделать этот результат. Поехали. А так, всем пока. Бомбим.